Приветствую вас. Задумайтесь, пожалуйста, вот о чем. Вы говорите, что вы расстались с мужчиной и что вы у него везде в черном списке. Значит, какая-то причина для расставания была. И если вы хотите вернуть отношения, то вам нужно даже не саму причину разобрать, а вам нужно скорее определить свое участие, вот именно свой уровень участия в этой самой проблеме, которая возникла в отношениях. То есть, как именно вы вели себя в этой, ну, в этой ситуации проблемной. Понятно, да, о чем идет речь? Я надеюсь. Вот, это первое. Второе. Допустим, вы хотите, опять же, вернуть мужчину своего. Да, это, в общем, все нормально. Но. Момент здесь такой, что почему он должен возвращаться к вам? Ну вот, так вот, если посмотреть, да, условно говоря, почему он должен к вам возвращаться? То есть я сейчас говорю вот абсолютно серьезно, да, почему он должен вернуться к вам. То есть у него должен быть какой-то, ну, наверное, мотив, у него должен быть какой-то, наверное, стимул для этого. Вот. Вряд ли вы будете с этим спорить. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что вы с этим спорить не будете. Вот. То есть ему нужен мотив, чтобы вернуться к вам. Какой это мотив? Вот подумайте. Какой у человека может быть мотив вернуться к вам? Что может, условно говоря, его привлечь к вам обратно? Это первое. Второе. Вспомните вот то время, когда вы только начали встречаться, да? Вот. Чем вы ему понравились? То есть вспомните этот момент. Вы же ему чем-то приглянулись, получается. Да, вот. Ну, вряд ли, опять же, вы будете с этим спорить. То есть вы ему чем-то приглянулись. Чем приглянулись? Какой вы были тогда? Постарайтесь вспомнить этот момент. Это тоже очень важно для понимания, для понимания вашей проблематики. Это очень важно, прям очень сильно, на самом деле важно. Дальше. Следующий момент. Обратите, пожалуйста, внимание свое на то, что вы в нем, ну, в мужчине очень нуждается. То есть обратите вот свое внимание, что вы говорите, что он мой родной человек, я без него не могу и так далее. Это привязанность к нему. То есть вы к нему чересчур, да, слишком привязаны. Вот. И эту привязанность, точнее причину привязанности, нужно
тоже исследовать. Потому что излишняя привязанность к человеку, она ничего хорошего вам, в общем-то, не даст. Вот. Это тоже очень важная история, это тоже очень важный такой момент, на мой взгляд. И необходимо вам его для себя обязательно исследовать. Вот, обязательно нужно его исследовать, потому что вы сейчас слишком сильно в человеке нуждаетесь. Вы чересчур от него зависимы. Вот. Почему вы от человека зависимы? Ну вот, настолько сильно. Допустим, почему, да, с чем это связано? Вот. Связано это, опять же, скорее всего, с тем, что вы обесцениваете себя в некотором смысле слова, да, вы себя обесцениваете. И в этом направлении тоже нужно работать. В этом направлении тоже нужно двигаться. Тоже необходимо вам исследовать, откуда такая сильная нуждаемость в человеке. Вот. То есть тут нужно тоже поработать в этом направлении. Где вы себя обесцениваете, с чем связаны ваши такие вот переживания и так далее. Если это будет исследовано, если вы увидите, почему же вы так вот сильно нуждаетесь в человеке, какие свои собственные потребности вы реализовываете собственно через него, то, я думаю, вам будет гораздо проще выйти из этой ситуации достойно и без серьезных потерь. Ну, то есть, в том смысле, что выйти так, чтобы не страдать. Вот. Для того, чтобы это понять, нужно определить, для чего вы хотите его вернуть, да, и почему вы готовы на все ради него. Это же очень сильная заинтересованность в человеке. Но если он ушел, значит, без вас ему лучше, получается. Если он ушел, значит, без вас ему лучше, а если без вас ему лучше, то вы, как человек, любящий его, ну, наверное, должны принять его позицию. Вы, как человек, любящий его, наверное, должны уважать его позицию. Понимаете, какая история? И вот весь вопрос заключается в том, делаете ли вы это. Этот вопрос заключается в том, уважаете ли вы его выбор или нет, по сути. Вот судя по тому, что пишите вы, да, получается, что не уважаете. Но это я вас не обвиняю, опять же. Это просто хочу, чтобы вы увидели разницу между любовью, да, и нуждаемостью человека. Что вещи эти, они как бы разные. Вот. Надеюсь, что вы для себя необходимые выводы все же
сделаете. Вот, надеюсь, что вы для себя необходимые выводы извлечете. Вот. То есть, почему вы так в нем нуждаете? Почему он вам так, ну, так нужен? Вследствие чего это стало возможным? Вот. А вот, в принципе, так можно вам ответить на ваш вопрос. То есть, самым лучшим, что вы можете сделать для того, чтобы вернуть человека, это вспомнить, какой вы были, когда вы начали встречаться. Вспомнить себя, да, вспомнить свои интересы, вспомнить свои желания, в конце концов. И уже обретя себя, вы сможете что-то, значит, ну, показать человеку. Вы сможете что-то ему продемонстрировать. Так, чтобы он вот прям увидел, что да, это же она. Вот, и да, я это вот, ну, теряю, я могу это потерять. А сейчас он видит только то, что вы готовы на все ради него, но это не дает вам плюсов, это не дает вам бонусов по отношению к нему, потому что подобная нуждаемость, она в том числе, она может отталкивать. Подобная нуждаемость в человеке, она может отталкивать. А вот чтобы этого не случилось, да, нужно и поработать над собой. Вот. В целом, то, что вы описываете, как правило, связано с низкой самооценкой, с неуверенностью в себе. Вот. С страхом одиночества и с отсутствием собственной значимости. То есть, говоря условно, да, вы не делаете ничего того, что повышает ваше собственное мнение о себе. То есть, собственно, для себя чего-то значимого вы не делаете. Вот. Что и приводит к тому, что добирать вам приходится от других людей. Что, безусловно, ну, понятно, что ничего хорошего. Понятно, что ничего хорошего как бы в этом нет. Для вас, по крайней мере. Вот. Вот примерно так можно ответить вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что это было полезно. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.